Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я попробую с помощью прожектора отпаять этот процессор видеокарты и попробовать его припаять на обратно. Проблема заключается в том, что после вчерашнего прогрева видеокарточка перестала запускаться вообще. До этого были артефакты, но после прогрева немножко переместил я сам процессор, и работать она перестала, к сожалению. Сегодня я попробую ее. Не жалко, я ее уже просто попробую перепаять. Включаем прожектор и ждем, пока он полностью отпаяется. Снимем, посмотрим, в каком он состоянии. После чего попробуем его припаять обратно. Припаять, конечно, будет немножко сложно, но попробуем. Я думаю, что получится. Греется, я нажму паузу, чтобы вас не задерживать. Чтобы скорее нагрелся, я накрою вот такой бумажкой его. Будет удерживаться тепло. Вот уже, в принципе, процессор наш нагрелся. Он уже немножко поднимается, я попробую аккуратно его поднять. Окей. Можно пробовать вытаскивать его отсюда. Не знаю, чем проще, попробую вот так. Выходит. Возможно. Придется немножко вот так, но это грубо, конечно. Наверное, припаять у нас уже не получится. Повыкатывались уже эти, как они называются, контакты. Контакты повыкатывались уже все. Слепой такой, в общем. Так. Добрый день. Копию можете? Чудово. Вот наш чипсет, он уже, как видите, спаянные все контакты, восстановить его будет сложно в домашних условиях. Вот это место у нас после припайки. Ну вот, выпаять получилось, но назад мы его уже не походим. Спасибо за внимание. До свидания.